Всем привет! Это обзоры мобильных игр от Mob.ua, а у микрофона я, Амортис. Поехали! Сегодня у нас снова достаточно интересный пациент. Я иногда натыкался на его название в интернете, и вот сегодня решил наконец заценить. Встречаем Бэдленд. Сюжета здесь в принципе никакого нет, зато есть интересное деление по миссиям. У нас есть два больших набора уровней, которые называются день первый и день второй. А каждый день разделен на утро, обед, ну ты понял. Ничего нового, но утренние уровни по своей цветовой гамме отличаются от дневных и так далее. И это приятно. Графика – вот то, что делает игру по-настоящему запоминающейся. Нарисовано все просто офигенно, и каждый кадр можно хоть в рамочку ставить. Все яркое, контрастное и какое-то загадочное. Загадочности придает и главный герой, если можно говорить об этом существе в единственном числе, конечно. Это какой-то летающий еж, а может сова, а может вообще хомяк, я не знаю, что это за хреновина. Дело в том, что главный герой здесь – это не какая-то константа. По ходу уровня этот совоёж плодится, уменьшается, увеличивается. Расплодившиеся существа дохнут пачками, натыкаясь на пилы и другие ловушки. Главное, чтобы у тебя остался хотя бы один совоёж, иначе game over. Собственно, цель игры – пролететь от начала уровня к его концу и довести до финиша хотя бы одно существо. По уровню раскиданы чекпоинты, что в принципе упрощает задачу. Но если подыхать слишком часто, это, конечно, плохо скажется на рейтинге. Управление здесь элементарно простое. Приложил палец к экрану, существо, ну или вся стая, машет лапками и летит. Убираешь палец, и все падают. Кстати, физика тут тоже клевая. Ну а еще есть два режима игры. С обычным уже и так все понятно, так что пару слов о мультиплеере. Веселая, кстати, штука. Выбираешь цвет своего зверька и зверька соперника и заходишь на уровень. Экран делится на две области касания. Тапы по одной половине экрана заставляют лететь твоего совоежа, а по другой – вражеского. Так и толкаетесь с братюнями около одного девайса. В общем, отличный, красивый и качественный таймкиллер. Очень советую всем любителям хорошей анимации и стильной графики. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся на канал, ставь лойсы и комментируй. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого!